Меня зовут Юра Цариндашиев. Мы вот вместе работаем с Надеждой Супониной, Петром Гармаевым. Это у нас такая мастерская небольшая. Мы занимаемся литьем из бронзы, то есть художественное литье. Ну, скульптуры, да, лепим скульптуры. То есть вот два автора сидят, то есть они лепят, и потом мы вместе все это делаем сами. Да, после школы я, допустим, сразу, получается, меня сразу, в общем, отправили в мастерскую, прямо сразу, ну, как есть, художественная мастерская, и там, то есть обучение, то есть было на, ну, на месте, то есть на ходу, и, ну, как есть, то есть. Это же нет каких-то учебных заведений? Нет, потом пару лет я там, получается, поработал, с Петром мы познакомились, то есть вместе начали работать. Потом от Пети узнал, что он уже здесь работает, в технологическом университете. Учится. Учится уже, да, то есть там уже на третьем курсе он учился, и меня как бы тоже туда позвал. Я поступил, ну вот, отучились и познакомился в институте с Надеждой, получается. Да, вместе учились на одной специальности. У нас была специализация инженер-технолог по художественной обработке материала. Да, там, в общем, там все по чуть-чуть нам давали, то есть начиная рисунок, композиция, живопись, там, заканчивая технологии там машиностроения, в общем. Технологии. Да. Ну, у меня, может, и с детства была какая-то предрасположенность, я вот какая-то мелкая моторика, то есть я вот что-то делал постоянно, как-то, не знаю, разбирал там все дома. И ну, просто после школы не было какой-то такой цели. Прямо просто я даже и не думал, чем, может, там заниматься буду. Мне вот знакомый дядя ювелир, он как бы сразу после школы спросил, что будешь делать. И как-то я думаю, ну, не знаю, что. И вот меня сразу он отправил, то есть, в мастерскую. Как бы, а там весь процесс, то есть там уже как бы все это, она открылась буквально год назад. Там уже и люди, то есть, были, и все, уже процесс налажен. И как бы все, сразу влился, то есть, и, в принципе, больше-то и сомнений не было, чем там заниматься, то есть. По технической части, да, все-таки инженер, так и есть инженер, в общем. А это вот художники, они тоже такие. Постоянно на нас ругаются. Блин, какую хрень придумали, как это делать теперь буду. Кроме самого литья художественного, мы практически все сами делаем. Начиная вот от лепки, да, то есть авторы, два автора лепят изначально вот из пластилина. Вот пластилин, как бы, из, ну, вот форма есть. Что-то придумывают, то есть образы какие-то появляются, они лепят, получается. И вот потом следующий этап идет, снимаем слепок с него, с этого пластилина. То есть форма гипсовая или силиконовая, допустим. Форма делается для чего? Чтобы, ну, сделать копию, повторить, получается. Форма снимается, отливается, в него заливается воск. Воск технологический тоже. То есть он такой пустотелый. Получается, заливается, дорабатывается все это, вот, ну, такие эти детали. Это все лишнее, то есть отпиливается какие-то, как конструктор собирается, получается.
полностью дорабатывается, как есть, то есть, ну, как он был в изначальном виде, пластилине. Потом мы отвозим на завод литейный. Там они отливают, получается, делают корку, отливают в металл, то есть переводят этот воск в металл, в бронзу. Мы потом забираем и бронзу доводим обратно. То есть там чеканка, шлифовка, ну, полностью финишная обработка. То есть также, получается, ну, делаем, как в оригинале, то есть он должен быть, то есть полностью. И финишный этап – это патина, то есть декоративное покрытие, оно защитное, и, ну, цвет дает, да, разный. То есть, начиная вот разные патины цвет, то есть темно-коричневый, сам цвет бронзы, то есть он такой, как бы, ну, желтый металл. Ну, для красоты, для защиты, то есть все это покрытие идет. То есть это, ну, финишное, получается, это уже готовое изделие. То есть и монтируем там на деревянной подставке какие-то, и вот все получается. В принципе, так процесс. Ну, так вкратце. А так, на самом деле, это процесс очень трудоемкий, да, долгий. Сколько времени уходит на создание одной детальки? Ну, если не считать лепки, технологический процесс весь занимает где-то от, ну, 2 недель до месяца, может быть. То есть, если такая большая работа, можно полгода там делать. И плюс то, что лепка, то есть авторы, они могут, то есть тоже, и Петя может там и за ночь слепить, да, допустим, работу, да, какую-то небольшую, а может и там тоже полгода, год может, ну, мучиться, то есть тоже зависит, да, ну, по-разному. Чем вдохновляетесь? Вашей культурой. Всем, у нас, ну, культура-то богатая, истории там всего много. Традиции, люди. Дети. Стараемся как бы свою культуру поддержать там, потому что у нас как бы не так давно это все в упадке было. И потихонечку сейчас, да, все это возрождается, как бы, да. Знаешь, что вы похожи на этого из интернов? Купитман? Из кучеряшек, походу. Из синих волос. Это. Всем привет! Зовут меня Петр Гармаев, занимаюсь скульптурой, леплю. Поступил в технологический институт в 2000 году, Восточный государственный технологический университет, специальность машиностроительный. В город Улан-Удэ. Специальность машиностроительный, технология художественной обработки материалов и ювелирных изделий. У нас там было подразделение ковка, ювелирка, скульптура. Я в скульптуру ушел. Просто у меня с детства больше получается пластилином лепить, чем все остальное. Хотя весь техпроцесс, там, что в ковке, что в ювелирке, тоже изучали. Дети есть, один ребенок, дочка, жена была, развелся. Не, ничего хорошего. Ну, я такой человек, что это... Не могу долго сидеть за скульптурой, за пластилином. Там, мне надо обязательно отвлечься. У нас вот с ребятами получается ругань небольшая иногда, что я где-то там, у меня страсть очень большая к машинам. Там, я свою машину постоянно там что-нибудь делаешь, ковыряешь, там, чем на СТО отдавать. Вот мы ругаемся. Ты где? Там Надя звонит мне. Ты где? Я говорю, я машину делаю. Быстрее едь сюда, выставка, там скульптуру надо доделывать. И бежишь, и работаешь. А в основном я ночами работаю, потому что днем меня начинает отвлекать, там туда-сюда надо, здесь съездить, туда приехать, это увезти, туда привезти. И я, в общем, ночью приезжаю, начинаю тут все работать. Тишина, покой, хорошо, никого не слышно. Какая-то муза сегодня есть у вас? Муза? Ну, как бы муза, вот она, пластилин. Нет, такая по ночам, которая приходит иногда. Не, по ночам нет такой музы, что по ночам. Это другие слова и называются. Мы, кстати, на выставке как-то приехали на выставку. Не буду город называть. Пусть они сами себя узнают. Приезжаем на выставку, ну и там такая экскурсия небольшая. Там трое-четверо человек идут. Говорят, вот смотрите, ребята к нам приехали с другой стороны. Мы такие, угу. Подходит чувачок, короче, ко мне, такой говорит, классные работы, классные. Поворачивается к Наде и говорит,
передай ему, что очень хорошо сделал. Молодец такой. Надя такая, ну вы сами ему скажите, то такой подходит, ну молодец. Я говорю, спасибо. Такой, о, ты знаешь русский? Я говорю, ну конечно знаю. У нас в школе преподают. Он такой, о, как ты хорошо разговариваешь. Я говорю, ну да. Еще сам только-только догонять начинаю, что он... Не осознает. Да. Мы часть России, да, тоже так же. Ну, прикольно. Мы, да, в местных выставках участвуем. Не так давно мы участвовали в Барнауле на выставке. Мы заняли с Надей второе место по России, да? По России же? Среди молодежи. Да. А, да. И вот мы недавно только я волосы отрастил. До этого я лысый был, и Юра тоже лысый был. Мы на выставку приехали. Я познакомился там с художником. Ну, каждый день ходили. Ну, здорово, здорово. Все. На второй или на третий день я иду такой, ну, кричу «Привет!». Он такой на меня посмотрел, отвернулся, дальше пошел. Не понял, я его догоняю, ты что не здороваешься? Он такой, так мы же с тобой здоровались только утром-то. Я говорю, когда? Утром? Я говорю, только что пришел. Да нет, я с тобой здоровался. Ты еще так странно промолчал и прошел, как будто меня не знаешь. Я говорю, ну, тут, говорю, ходит на выставке один чувак под меня косит. Он такой, это, да? Я такой, иди сюда, смотри, показывай. Это он? Он такой... Ой, ну он, это что, твой брат? Я говорю, ну, брат, да, да, конечно. Самое смешное, то, что я то же самое взял, а девушка у меня спрашивает. Вы, конечно, не наелись еще? Еще было прикольно там на выставке, у меня спрашивает, а вас как зовут? Я говорю, Петр. А по-настоящему? Я говорю, вам паспорт может показать? Тут, да, соотношение нужно знать. Сколько? Отвердитель и вот этой резины самой, да? Да. Масса. А, да, иногда мы взвешиваем восковку, вот, допустим. Восковочку берешь, ставишь сюда на весы. Куда же Юра? Юра, ты же технарь, да? Вот так каждый день. В общем, вот показываю, 67 грамм. Умножаем на 10, и это будет в металле вес этой скульптуры. 607, ну, 700 грамм получается. 700 грамм, да. Весь, примерно. Ну, примерно. Чтобы это по ценнику определиться, сколько мы за литье должны были. Килограмм литья стоит 1500 рублей. Пока что. Ну, скоро поднимут, наверное. Ну, то есть туда входит стоимость самой бронзы литья, то есть полностью рабочих, то есть мы просто... Работу отдаем, они потом лишнее все отпилим, отколачиваем, взвешивают и платим только за сам вес нашей работы. Все, получается. Это новая работа, я ее полгода делал, долго и тяжело. Этот лев означает... Мы привыкли в доцанах видеть таких стационарных львов, которые стоят на страже, да? Сидят и охраняют. Здесь я его решил изобразить более живого и более современного. Здесь у него кое-какие элементы. Но сейчас он непонятен. Когда он будет уже закончен, и в бронзе там будет все видно. Здесь элементы есть, как у... Как их назвать? Киборги, не киборги. Так, такой лев, как живая материя с сочетанием с робототехникой. У него как бы тут и броня тут присутствует, это, вот эти части, где выделены полосами, они будут выпирать. Я этой работой что хотел сказать, что у нас как бы все движется вперед, ничто не стоит на месте. Показывает, что у нас в Бурятии, да, ну как бы мы чтим традиции, да, но и движемся вперед, то есть... Этот лев, вот он, тут, допустим, вот тут шарик такой, колокольчик держит, чисто национальный такой, с узорами. А весь он такой современный. Он как бы охраняет все, да, движется вперед, развивается как-то и пытается удержать еще, не забыть свои традиции. Охраняет их, бережет. Лапа, то есть одна из лап.
Все это резина была, то есть облепили то, что вот на весах мы взвешивали соотношение. Это резина, она застывает, разрезается, вынимается этот пластилин. Потом эту гипсовую кожу, все собирается и заливает сюда горячий воск. Заливается, то есть немножко он по мере остывания от стенок толщину набирает, лишнее сливается и получается точно копия пластилина. У меня в последнее время много работ, связанных именно с нашей Бурятией, да, с нашей культурой, с традициями. То, что у нас тут сейчас начинают поднимать, это бурятский язык, начинают учить. И у меня работы тоже такие в поддержку бурятскому языку, нашим традициям. Вот это все я пытаюсь как-то тоже сделать и показать на Западе. Там ближе к Москве, ну и у нас здесь, конечно, тоже. Патина двойная идет, зеленая и черная. Вот, вы говорили про краску, да? Да. Химическое покрытие бронзы. У меня еще есть шаман, но его сейчас здесь нет на выставке. Вот, молится как раз-таки за наше будущее. А вот эта работа... Я когда маленький был, у отца друг был, скульптор Васильев Геннадий Георгиевич. Я у него все время сидел. И вот у него была такая скульптура из дерева вырезанная. Я по мотивам его скульптуры сделал такую. Охотник. Да, Надя против него. Она против убийства животных. Ну, у нас что, предки все охотились как-то, жили там. Пушнину добывали. Надя не выбирается? Да, хочет. И Юра автоматически тоже станет. А я буду над ним издеваться, буду бургеры жрать, позы вот так вот, бульоном обливать себя. Слишком холодно, чтобы быть вегетарианцем. Зимой там у нас фруктов, овощей, все китайское, зимой. Да. Меня зовут Надя Супонина. Я художник. Года 4 мы, да, вместе. Ну так проще. Для молодых художников, мы пока еще молодые. Да, так поехать на выставку интереснее вместе. И обсудить какие-то моменты, идеи. По части художника вместе лучше решается. Где-то у меня глаз замылился, я ничего не вижу, все. Сзади показывает, смотри, у тебя там косяк здесь, не то, там не так. Исправляй, давай по рукам начинают бить, ремнем хлестать, я там все лифлю. Шутка, конечно. Ну, так, примерно. В общем, да, вы исполняете такую роль, да? Ну, нет, он преувеличил. Я изверг сделал. Погонщика, например, координатор. Ну, может быть, да, потому что я слишком ответственный, когда мы не успеваем, мне кажется, все кончено. И я начинаю их, давайте быстрее работай. У меня начинается паника, и я их начинаю. Юра у нас такой молчун, я болтун, Надя у нас... Кипиш. Да, это кипиш. Я им... все! Там буквально вот бывает такое, спичечку зажгешь, да? Она уже все, пожар, скорую, пожарные, вызывай милицию, все. А Юра такой, дальше идет. А я, и начинаю их раззадоривать всех там. В общем, дополняем друг друга. Да, Петя иногда пендель волшебный требуется, поэтому... Приходится. Скажи, в общем, ты раздатчик пендалей, да? Ну, иногда, да. Да, ну вот, например, одна из моих работ называется «Небесное дитя». Оно как раз-таки по бурятскому преданию. Есть у хори бурят тотем лебедь, животное. Ну, у всех племен есть свое животное тотемное. И вот и я так выразила как бы дитя этого лебедя. Там есть очень красивая легенда, когда девушка спустилась
с небес и вышла замуж за обычного парня. И вот у них родились дети, и я так показала. А на Западе многие думают, что это бурятский ангелочек. Ну и для них тоже это близко, ангелы, тема ангелов в православии. Ну и так это переплелось в этой работе. Ну да. Куча работ. Вот это? Это называется работа детства. Как раз таки я гуляла в Дацане, и там ребенок залез на льва, который у храма стоит. И вот я прям сразу вдохновилась. Ну, как охранник такую силу несет, а она такая хрупкая и беззащитная. Угу. Черепаха, как бы она несет мироздание, и весь мир изобразила в виде таких падок, как будто бы это Дацан. Угу. Есть такая легенда, что мир стоит на черепахе. А это Эржен? Это называется Эржен, и у нас есть имя такое, бурятское Эржен, да, означает жемчужина. Вот я изобразила, в руках она держит такие жемчужины и выбирает, какую бы ей себе оставить, какую бы подарить. Да. Ну, здесь у нее костюм такой собирательный образ, это из монгольского, косички такие. Дегыл тоже он не какой-то конкретный, а просто собирательный образ. Угу. Прическа тоже это я придумала сама. Художественная работа. Да. Ну да. Ну, в общем, просто стилизуете, да? Да, стилизация. Угу. Очень круто. Как раз таки хотел задать, почему художники не приехали. Ну, они бы как раз тут вдохновились бы всем. И мне самому как бы было бы интересно познакомиться с вашими. Ну, я так думаю, что этот проект будет ежегодный. Вообще хочется, чтобы летом приезжать уже нормально. И хочется все-таки привозить художников, творчество развивать как раз. Угу. Вот они после литья вот так вот выглядят. Ну, то, вот эта корка, угу. Вот это питатель, через вот это заливается металл. Вот так вот он проливается. Угу. Юра. Да, это все отпиливается, потом лишнее обрабатывается. А вот, допустим, какие-то части. Вот, обрабатываешь все. Вот до такого-такого состояния. Обрабатывается все. Обработкой ты занимаешься, да? Ну, спилкой, Петя обработка. Тоже занимается. То есть у нас все инструменты, оборудование, в принципе, такое. Боры вот есть. Да, все, под каждую какую-то определенную операцию, то есть все это инструменты, там какие-то инструменты сам делаешь, то есть чтобы удобнее чеканка, было. Чеканка, чеканы есть тоже. Чеканка, шлифовка, вот полировка, угу. Кроцевание кроссовкой. То есть вот практически. И потом красите, да? Готов, да. Это оно еще будет, да, всякими разными цветами, когда да. Будет темными, да? Ну, нет. То есть вот Петя вылепил первый оригинал, такой маленький был. И благодаря современным технологиям, то есть на 3D принтере отсканировали работу и увеличили в пластике, или в пластике выгнали. И из пластика мы форму сняли, то есть также форму сняли, воски сделали и отлили в бронзе. Самое необходимое, это все, что у нас это, все компактное, ну это, в принципе, все есть, все, что нам надо. Ничего лишнего, да? Да. А если чего-то нет, мы просто покупаем. Ты же делаешь, Юра у нас, это инструменты многие делают. Какие-то заготовки, то есть там делаем и коробки для упаковки, для транспортировки, тоже все сами получается. Угу. Теперь так? Кажется, походу ты да. Сам крутой, да? По-быстрому.